Глава 6. Уинстон написал в дневнике. Это было 3 года назад, темным вечером в переулке около большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня. Белизна лица, похожего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала: $2. Я? Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться длинно и во весь голос, или удариться головой о стену, пинком опрокинуть стол, запустить в окно чернильницей, буйством, шумом, болью, чем угодно заглушить рвущее душу воспоминания. «Твой злейший враг, — подумал он, — это твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может отразиться на твоей наружности». Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад. Ничем не примечательный человек, член партии, лет 35 или 40, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они поравнялись, это повторилось еще раз. Мимолетная судорога, гик, краткий, как щелчок фотографического затвора, но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал: бедняги крышка. Страшно, что человек этого, наверное, не замечал, но самая ужасная опасность из всех – разговаривать во сне. От этого, казалось Уинстону, ты вообще не можешь предохраниться. Он перевел дух и стал писать дальше. Я вошел за ней в подъезд, а оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе лампа с привернутым фитилем. Женщина... Раздражение не проходило, ему хотелось плюнуть. Вспомнив женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат, когда-то был, а может и до сих пор. Насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вдохнул тяжелый спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов, дешевых духов, гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной. Партийная женщина не могла надушиться. Душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом. Это было его первое прегрешение за 2 года. Иметь дело с проститутками, конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно, но не смертельно. Попался с проституткой 5 лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное, лишь бы не застигли за преступным актом. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. А купить иную можно было за бутылку джина. Пролом джин не полагался. Негласно партия даже поощряла проституцию, как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат значил мало, лишь бы он был вороватым и безрадостным, а женщина из беднейшего и презираемого класса. Непростительное преступление – связь между членами партии. Но хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении. Вообразить, что такое случится, в жизни было трудно. Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной, необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом ее была не столько любовь, сколько эротика и в браке, и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет. И хотя этот принцип не провозглашали открыто, если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель – производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Существовали даже организации наподобие молодежного антиполового союза, проповедовавшие полное целомудрие для обоих полов. Зачатие должно происходить путем искусственного осеменения, искос на новоязе, в общественных пунктах. Уинстон знал, что это требование выдвигали не совсем всерьез, но в общем оно вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой инстинкт,
а раз убить нельзя, то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это надо, он не понимал, но и удивляться тут было нечему. Что касается женщин, партия в этом изрядно преуспела.